Щоразу репортер виїжджає за межі Одеси, тим більше переконуємось у різноманітті нашої області. На цей раз дивимося різнобарв'я культур Бессарабії. У подорож ми вирушили без зайвих речей чи звичних великих камер. І швидше за пригодою, ніж за серйозним і вдумливим матеріалом, але вже як склалося. Старенькі будинки, тематичні інтер'єри і незайманий степ. Приблизно в 200 кілометрах від Одеси і 10 від кордону з Молдовою розташувався центр зеленого туризму Фомуши-Канова. Місце вже отримало популярність серед навіть іноземних турів. Втім, на те, щоб перетворити його в одну з головних туристичних точок регіону, все ще потрібен час. Як сюди дістатися в погану погоду, приділю лише одне речення – ніяк. Поки що пройнятися місцевим колоритом, доведеться їхати полями в суху погоду, але то таке. На цей раз увагу туристів привертали етнофестивалем. Гостей пригощали традиційними стравами бессарабської кухні, знайомили з традиціями та культурою місцевих і веселили виступами творчих колективів. Очень дружны. Все нации мы очень дружим. Молдаване. У нас в селе живут и молдаване, и украинцы, и болгары. У нас Маргарита работал пару лет хореографом из Болгарии. Он учил наших деток. Ну и мы уже немножко как бы, сохраняем. Да, сохраняем его танцы, продолжаем их как бы развивать. Танец называется «Пирамида». Костюмы шил он. Заказывал именно болгарские. Благодаря развитию туристической инфраструктуры, которая состоит из национальных каких-то из национального культурного наследия и природного богатства этой территории, оно должно быть вместе принести пользу жителям. Головний герой всього дійства – його величність Тарутинський степ. Над його спасінням працюють десятки місцевих супергероїв-екологів, аби саме завдяки цій точці на карті створити степовий оазис. Національний природний парк – це така категорія, достатньо серйозна категорія природоохороняємих територій в Україні, яка, во-первых, предполагает штат, серйозну охрану. З другої сторони, національний парк по самій суті своїй – це зробити природу доступною до людей. Мы привыкли когда-то, там, 20-е годы, заповедник – это что-то за забором, звичайно, там только ученые ходят, да. Что-то изучают, людям туда доступа не было. А потом мы знали, что да, где-то в Америке есть национальный парк, и первые были созданы, где есть тропы, где есть экскурсии, где людям рассказывают, представляют эту природу. Вот у нас в Украине тоже есть такая категория природных территорий, национальные парки, там качество их работы – это… Мы не будем сейчас, наверное, обсуждать, это широкая тема, есть очень разные парки у нас, все зависит от людей. Если есть хорошие люди на местах, парки есть, хорошо работают, есть и не очень хорошие примеры, чего греха таить. Здесь это уникальный из последних времен случаев, мы знаем, что и об этом говорили сегодня, что не так часто люди местные хотят, чтобы национальные парки создавались, есть там ряд ограничений, люди не понимают, зачем это нужно. А какой от этого? Ну, для них будет прок. Ну да, ну это какие-то некие изменения. Здесь уникальный случай, когда местная громада сказала, мы хотим национальный парк. Мы не хотим, чтобы эту степь распахали. В 2016 году, мы знаем, это земли бывшего военного полигона. Министерство обороны по контрактам сдали контракты под распашку этой земли. И тогда местные вышли с протестами против этого. Мы когда спрашивали у них, ну а вот почему вы против этого? Они говорят, ну вы понимаете, вот мы можем быть там 2001 производителем персиков вокруг Одессы. Нам эти персики надо собрать, отсюда вывезти и продать. Мы будем просто одни из там из тысяч производителей. А Тарутинская степь, она одна. Развитие туризма вокруг этого территории, наверное, это что-то новое и интересное. И, наверное, вот это действительно такой достаточно уникальный пример. Ну, ми сьогодні багато говорили про унікальність Тарутинського степу. Що саме такого важливого і цінного тут є? Ну, ми зараз не в лучшее время года, да, в степі, хоча спеціалісту, понятно, вона завжди прекрасна, інтересна. Весною – це ковер цвітов, це дійсно унікальне, там, фантастичне зрелище.
Важно знать, что это вторая по величине степь в Украине. То есть мы говорим, в Украине это степи. Но выехать где-то и увидеть реальную степь в Украине практически некуда. Не знаю. Даже те, допустим, как все знают, есть такой украинский степной заповедник или там стрелецкая степь. И здесь проблема, степь деградирует, она превращается в лес, есть другие проблемы. Вот такой степи, как вот здесь называют это ботаники интразональная степь. Что это такое страшное слово означает? Это, грубо говоря, степь там, где она должна быть. Она не в балке ручья, не где-то, где она там выживает как-то там благодаря каким-то тому, что там тяжело подъехать и распахать. Вот степь там, где она должна быть и представляет собой классический степной ландшафт. 200 лет назад сюда приходили мигрирующие сайгаки примерно в то же время. Здесь были крупные животные, которые не просто так здесь находятся для нашей охоты или там для нашего... для того, чтобы мы на них смотрели. Они выполняют свою важную роль. То есть в степи должны быть вся экосистема, все крупные животные находиться. Если их нет, лучше выпасать скот, чем иметь степь без животных. Это четкий пример Асканино. Вот есть эталонный участок за забором, где нет практически ничего. Там нет ни жаворонков, ни птиц, ни бабочек. Почему? Потому что там вот такая подушка из мертвой травы, ее никто не съедает, она периодически сгорает благодаря пожарам. Вот это важный опыт. Саме на цій території більше 5000 гектарів. Декілька видів тварин вже проходять тут адаптацію. Пізніше їх приведуть до національного парку, який планують відкрити невдовзі. І важко повірити в те, що таке місце буде знаходитися десь поблизу Одеси, майже в 3 годинах від міста. Ландшафтний заказник тут працює з 2012 року. Минулоріч волонтери привезли на територію куланів, які водились у цій місцевості ще 200 років тому у великій кількості. Почувають тварини себе добре, а про них піклуються спеціалісти. У заказнику також проживають європейські лані і бабаки. Їхні нори можна знайти на всій місцевості біля Фромушики. Це, по суті, діла один із немногих участків єдиної степної екосистеми, який зберігся. Раніше це була огромна территория. Это была дикая степь, которая простиралась от Дуная до Монголии. В настоящий момент в Украине от ее как бы степного богатства осталось в природном состоянии всего лишь 3%, а в Европе в целом не более 1%. Незважаючи на всього 3 години дороги, Одеса звідси здається зовсім далекою. По сусідству з багатою природною спадщиною, за яку відчайдушно борються екологи, розташувалося відразу декілька сіл – різних, але вже споріднених культур. Українці, болгари, молдавани, гагаузи та навіть нащадки німців. Пам'ять про навколишні поселення, які під час Другої світової війни зникли з карти Торотинського району, живе завдяки людям, які не зраджують своїм традиціям і мріють показати їх туристам. Тут є де поїсти, де перепочити та обрати дозвілля на свій смак. Дивитися на чабана великана, здивуватись експозиції музею соцреалізму та пошукати лежачого вождя, або проводити неймовірно красивий степовий закат. Повернутися сюди, звичайно, б хотілося. Новою дорогою до національного парку та щасливих людей.